Саратов. Всем привет. С вами канал Антуани. Что там? Снимал, да. Что там, синяя вода, что ли? А, вода, да. Что она синяя такая? Я снимал тогда. Я помню. Интересно. Называется «Долина Лукичанка». Только не, ходит, не убегайте, прошу. Там вода синяя, что ли, Жень? 10:21, ну так. Издалека эта вода, кстати, кажется очень синей такой, подозрительно. А она, смотрите, там... А, там плитка выложена. Классно. Правее сказали. Правее сказали. А, вон мастерская. Мы у нас перешли. Вот здесь остановимся буквально на 2 минуточки. Здесь останавливаемся. Обратите внимание на наш памятник в центре площади имени Чернышевского, посвящен нашему земляку Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Памятник был установлен в 1933 году. Thank you.
то, что пешеходная зона. С левой стороны бывшая гостиница «Центральная», где жизнь завершил Павел Николаевич Яблочков, ученый-физик. Далее с левой стороны у нас детская универсальная библиотека в старом корпусе конца 19-го столетия. Здесь в основном, конечно, дома рубежа двух веков, конца 19-го, начала 20-го. Ну а далее у нас большой круг, круг почета мимо третьей по счету главной площади Саратова, театральной. Так она стала называться в 90-е годы. До этого называлась площадью революции, а в начале своего существования хлебной. На ней торговали хлебом, зерном, мукой. С левой стороны проезжаем доходные дома саратских купцов, жилой дом, и внизу у нас на первом этаже всегда было торговое помещение купца Сатова. С левой стороны вот здание в стиле модерн. С правой стороны у нас бывшая народная аудитория второй половины 19-го столетия. В советское время здесь находился кинотеатр «Ударник», а теперь областная универсальная библиотека. Но она не самая богатая в Саратове. Самая богатая универсальная библиотека Государственного классического университета имени Чернышевского. С левой стороны чудеснейшее здание начала 20-го столетия, Алексей Салько, такой корпус для гостей города на главной улице Московской построил. Мы на Московскую поворачиваем. С правой стороны открывается сейчас вид на обелиск погибшим милиционерам, полицейским при выполнении своих обязанностей на территории площади он находится. С левой стороны правительство Саратовской области и прекрасная мозаика с советской символикой. Главная площадь города с правой стороны, доска почета, персональная, производство и организации области. Владимир Ильич Ленин был установлен к столетию со дня его рождения в 1970 году. И в советское время у нас большая часть памятников, посвященных бывшему вождю, сохранилась. С левой стороны мы проехали корпусы Нижневолжского института геологии и геофизики. На площади каждый год на протяжении всех четырех... Дмитрий Жумаев, наш саратский художник, сделал граффити нашего земляка Олега Янковского, изобразил его в роли барона Мюнхгаузена. Похож он на себя, прям прекрасная работа Димы Жумаева. Вообще, Янковский родился в Казахстане, но всегда говорил: «Родина моя, Саратов, я здесь сформировался». Мы его своим земляком считаем. Он долго, конечно, прожил в нашем городе. Ну а с правой стороны бывшая купеческая... Этот корпус принадлежит нашему художественному музею. За ним восстановленная в 99-м году часовенка, живоносный источник. Точно такая же здесь была до революции. С левой стороны здание Экономбанка, конец 70-х годов, начало 80-х. Затем у нас городская доска почета и с левой стороны чудесный корпус второй половины 19-го столетия. В конце 19 века наш купец Андрей Бендер, немец по происхождению, выкупил это здание. На первом этаже открыл магазин готового платья, с арпинкой торговал. Второй и третий этаж были отданы под гостиницу татарскую. И вот в 1925 году на пароходе к нам приплыл Илья Ильф. Познакомился с городом, узнал историю некоторых известных жителей, в том числе и Андрея Бендера. Услышал, как он авантюрного музея Минирадищева. Музей был основан в 1885 году внуком Александра Николаевича Радищева, художником Алексеем Боголюбовым. На родине деда, ведь село Верхнее Облязово раньше относилось к Саратовской губернии, а теперь принадлежит Пензенской области. Разрешение дал на открытие сам Александр III, он был в дружбе с Боголюбовым. И впервые в Саратове, впервые в России, здесь у нас архитектор Штром построил специальное здание с грамотно расположенными залами для экспозиций. Так еще не делали в стране. Ему помогал, конечно же, наш главный архитектор Алексей Маркович Салько. Мы очень гордимся нашим корпусом, он великолепен, но больше всего, конечно, гордимся нашей экспозицией. Здесь также представлены картины наших местных художников Петрова Водкина, Борисова Мусатова, Павла Кузнецова. Далее у нас сад имени Радищева, такой небольшой сквер. На могиле, на братской могиле памятник борцам революции 1917 года. Вечный огонь всегда горит. И вход...
Главный вход в театр оперы и балета имени Чернышевского. Этот театр сейчас на реконструкции, в другом здании начинает принимать зрителей. Это надстройка 1961 года над старым корпусом 19 века, но даже вот в тот период, в период ГОСТов, ученые немножко недорассчитали. Грунтовые воды у нас находятся близко к поверхности. Тяжелые вот эти колонны, массивные стены давили на фундамент и пошли трещины. А рядышком у нас, посмотрите, вот остановил Геннадий Карлович. Рядом с Табаковым Олегом Павловичем. Он здесь изображен в роли Олега Савина из фильма «Шумный день» по сценарию Виктора Розова. Руки в карманы и гордой походкой идет на главную площадь своего родного города Саратова. Неподалеку кот Матроскин, которого он озвучил. К 80-летию, со дня рождения Табакова, этот памятник был установлен. Сейчас это городской дворец творчества детей и молодежи имени Табакова. Сюда, будучи школьником, он ходил в кружок «Молодая гвардия», театральный кружок. Им руководила Наталья Иосифовна Сухостав. Ее фамилию, ее биографию знают все студенты Олега Павловича Табакова. Когда он еще был жив, он часто к нам приезжал, каждый год старался по несколько раз. Курировал студентов театрального, сначала факультет, потом это стал институт при Консимчик, почетный гражданин города Саратова. Первый исполнитель песни «День Победы» Леонид Анатольевич Сметанников. Эту песню он исполнил накануне 9 мая в 1975 году. Передача «Голубой огонек». Она шла по центральному телевидению. Кстати, единственный народный артист СССР, проживающий на территории Саратовской области. Он же является профессором Саратской. Украсил архитектор Салько бывшую гостиницу московскую. Его же работы у нас по правую сторону, но они более раннего периода. В этих корпусах двухэтажных сейчас работают городские комитеты, городские депутаты. Въезд на территорию правительства Саратовской области. Нашим губернатором является Валерий Васильевич Радаев, наш земляк с Хвалынского района. Мимо Хвалынского района вы будете проплывать. Это самый северный район Саратовской области, расположен на правом берегу Волги. Чем-то там эта земля старообрядцев пропитана, что оттуда так много известных политических деятелей вышло. На улице Горького сейчас мы будем проезжать. С левой стороны красивое религиозное здание. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный архитектором Алексеем Салько в 1882 году. Через 50 лет решили это здание уничтожить в 30-е годы. Дважды взрывали, а он дал всего лишь одну трещину. Колокольню, конечно же, сразу разрушили. В самом начале 2000-х ее восстановили высотой 66 метров вместе со шпилем. Состоит из 5 ярусов. А сам храм высотой 43 метра после реконструкции опять вернули прихожанам. Ну а в советское время, когда-то здесь жил помещик Соколов, еще раньше называлась Соколиной, возможно, из-за соколов, которые здесь также водились. Ну, а в 1975 году по инициативе комсомольцев и ветеранов Великой Отечественной войны на Соколовой горе был разбит Парк Победы. И при въезде с левой стороны нас встречает штурмовик морского базирования с вертикальными взлетом и посадкой Як-38. Он был построен на Саратовском авиационном заводе в 1964 году. На нашем авиационном заводе всегда выпускали Яки. У нас работало конструкторское бюро.